29-летняя Нюша, Анна Шурочкина, недавно перестала скрывать годовалую дочь. Сегодня певица поделилась забавным видео с участием малышки Симбы. Поп-звезда взяла дочь с собой на шопинг. Нюша решила купить последние подарки для своих родных в предпраздничные дни. Певица опубликовала ролик с участием девочки. Малышка сидела в коляске, а ее эмоции сменялись буквально каждую секунду. «Тот момент, когда продумываешь, что кому подарить на Новый год», — написала Нюша в Инстаграм. Малышка сначала выглядела очень задумчивой, она даже успела забавно поболтать с собой. Ближе к финалу записи она заливисто рассмеялась, вызвав смех и своей звездной мамы. Поклонники восхитились смешным роликом. «Какая сладкая, растите здоровыми, какая прелесть, какая миленькая, сладкая девчонка, маленький цыпленок», — написали фолловеры. Нюша раскрыла необычное имя дочери. Певица объяснила свой выбор. Ранее она откровенно рассказала о домогательствах продюсера.